Астронавты миссии Crew-5 компании SpaceX вернулись на Землю с Международной космической станции. На орбите они находились около полугода. Корабль совершил успешную посадку у побережья Флориды. В составе миссии астронавты Америки, Японии и российская космонавтка. Сейчас SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС. В миссии примут участие космонавты из Соединенных Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов.